пожалуйста, ограничиваете ли вы себя в еде? Возможно, сладкое не едите, мучное, мясо. И почему? Я, наоборот, очень сильно люблю сладкое. Это, наверное, то, без чего бы я не могла жить. Но я ограничиваю себя в мясе из-за того, что я очень сильно люблю животных, и я переживаю о них. Мы кушаем все. Ограничиваю себя в молочных продуктах. Почему? Лактоза, аллергия на лактозу. А зачем? Здоровый образ жизни. Даже при здоровом образе жизни, кто мешает есть мясо, овощи, но только в другом термической обработке, и все. Ну, я не ем сладкое, потому что не запрещено, как бы кошек, и подростковое нельзя сладкое, и молочное, все. Я ограничиваю, потому что я бывшая спортсменка, вот, занималась спортивной акробатикой, сейчас бросила из-за травмы, но немного ограничиваю, понятно, чтобы поддерживать форму. Оставаться в форме, конечно, пытаюсь ограничивать себя. А что вы не едите? Возможно, мучное или мясо, или молочное? Да, вот я исключаю в своем питании жирные, всякие продукты, даже сладости бывают какие-то, ограничиваю себя в сладостях, потому что все-таки как-то надо держать себя в форме, тем более скоро лето. Вы себя ограничиваете в чем-то в еде, например, мучное, жирное, сладкое? Поделитесь. Ну, в плане денег или в плане рациона? В плане рациона нет, не ограничиваю. А в плане денег? В плане денег все, мне кажется, себя в чем-то ограничивают. Может быть, не в мучном, но в чем-то другом. Обязательно. А расскажите подробнее. Нет, я опаздываю, потому что мне надо на работу. Сладкое не едим. Мучное, стараемся, да, мучное едим. Выпечку домашнюю. Сами готовите? Ну, и сами, и угощают. И бывает и в кафе. Так что вот так вот. Мы едим по наитию. У нас интуитивное питание, я скажу так. Как происходит выбор? Расскажите. Как происходит выбор? Ну, мы ограничиваем себя в сахаре. Мы стараемся его немного есть. Да, начали мы с того, что немножко ограничили сахар, а сейчас по привычке едим уже достаточно мало сладкого. В основном овощи у нас идут, мясное что-то. Ну, в общем, интуитивное питание. Нет, не ограничиваем все. Все как везде, как у всех. Есть любимое блюдо? Все любимое у меня. В принципе, все кушаю. У меня роллы. Шоколадный фонтан. А у тебя? У меня роллы. А подожди, ну расскажи, Виктория. А у тебя расскажи. Я все люблю. Не ограничиваю абсолютно. В общем-то, ем все. Ну, в общем, сахару поменьше как-то стараюсь. Все. Нет, я себя ни в чем не ограничиваю. Думаете, это правильно или вот? Но мне позволяет как бы здоровье и фигура себя не ограничивать. Высокий метаболизм, да? Да, мне с этим проблем нету, да.